Днем дорожную технику на улице Петухова не увидишь. Работают ночью, чтобы не мешать движению. Вся подготовка почти закончена. Подрядчики приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. А затем установят новые знаки и светофоры. Но самое главное – ликвидируют опасный участок дороги. Это основная задача федеральной программы. Направляются потоки, скажем так, с уменьшением конфликтных точек. Устраивается островок безопасности, он объединен с пешеходными тротуаром, и разносятся автобусные остановки. И также здесь как раз устраивается новый светофорный объект. Проверяющие уже побывали на улице Восход, проехали по Немировича Данченко и Петухова. Недочетов не обнаружили, но подрядчикам напоминают, дороги должны быть безопасными и во время ремонта. Знаки должны быть, если темное время суток, то может быть гирлянды какие-то, чтобы освещение было. Вот здесь посмотрите вместе. Потому что, еще раз говорю, под движением, чтобы, не дай бог, ночью никто не въехал ни в технику, ни в рабочих. Ревизоры инспектируют дороги по всей стране. Неделю назад стартовали в Казани, Новосибирск – завершающий этап. Есть с чем сравнивать. Если сравнивать с другими городами, которые вот мы посмотрели за прошедшую неделю, отрадно видеть, что в Новосибирске не только поверхность автомобильной дороги или улицы ремонтируется, а подходит коллеги комплексно. Здесь идет реконструкция тротуаров. Они тоже давно требуют ремонта бордюрного камня. Участие в федеральной программе – большая удача и ответственность. Отремонтируют 9 участков дорог больше, чем на 1 миллиард рублей. Новосибирские подрядчики справляются отлично, считают проверяющие. А значит, есть большая вероятность получить финансирование в следующем году. Для нас участие в этой программе – это палочка-выручалочка. Это, как вот глоток воздуха. Потому что состояние дорог, конечно, и тротуаров в Новосибирске, вы сами знаете, какое. Не самое лучшее, да. И мы работаем хорошо. По крайней мере, получили. Для нас важна очень сегодня оценка, прозвучавшая, удовлетворительная оценка нашей работой. Потому что это позволяет нам претендовать и разговаривать, дайте больше следующий год. Новосибирские подрядчики работают с опережением графика. Ремонту помогает погода. Дорогу на Петухово по контракту должны сдать к 1 октября. По факту справятся на месяц раньше. Ксения Ануфриева, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.